Ульяновск в снегу. Столицу региона, как всегда, неожиданно накрыл снегопад. И если состояние городских улиц еще можно с натяжкой назвать удовлетворительным, то во дворах картина выглядит подчас весьма удручающе. Жители города недовольны управляющими компаниями. По их словам, убирают снег во дворах для галочки, пробраться через сугробы вперемешку с реагентами бывает очень сложно. Машины буксуют, коляски застревают, пешеходы ругаются и ждут нового снегопада. А близ частных домов после прохода снегоуборщиков напрочь засыпан тротуар. А весна придет, тут грязь, асфальта нет. Вот в центре города живем, улица не асфальтирована. Вот сейчас этот бордюр меня спасает. Если вот это вот, снежный бордюр, если его сейчас вот уберут и не будет, и чистят они машинами этими, КамАЗами, да, мне по кошкам бьют. Они практически не чистили. Вот вы подойдите еще вот в торец дома, люди там ходят, 10-й дом ходят люди. Там вообще не чищены, Он поднимает лопату и проходит. На работу коммунальных служб ульяновцы жалуются во все инстанции. В контакт-центре при главе города принимают звонки и переадресовывают в профильные ведомства. Как продвигается дело, отслеживают даже через спутниковую систему. Хотелось бы напомнить жителям, что если вы хотите пожаловаться или действительно стали очевидцем какого-то события, то необходимо обратиться по телефону 737911 или 05, а также можно отправить заявку по мобильному приложению. Действует мобильное приложение, называется «Профессиональный гражданин». Убирать выпавший снег начали еще ночью. На городские улицы вышла снегоуборочная техника, которой объективно все равно не хватает, хоть и задействованы всевозможные резервы. Ситуация сложная, но не критическая, успокаивает в управлении дорожного хозяйства. Зима пришла. В принципе, дороги первой, второй, третьей категории, школьные маршруты все прочистили. Проблемы у нас оставались в дорогах четвертой категории. Сейчас в день работы продолжаются. В целом, действия дорожников и сотрудников управляющих компаний в профильных структурах серьезных нареканий не вызывают. Если где-то снег еще не убрали, то в скором времени уберут. А на обращение горожан реагируют оперативно. Работники же коммунального хозяйства, в свою очередь, выражают недовольство. Мешают припаркованные во дворах автомобили. Спецтехника не может оперативно справиться с поступающими задачами, из-за чего работа пробуксовывает, а недовольство горожан копится. Порочный круг. Вера Мещерякова, Юрий Тимонин, репортер 73.